DesantRetail.ru опять выходит на работу. Мы освещаем выставку Prodexpo 2022. Знакомим вас с интересными людьми, интересными продуктами. Давайте знакомиться. Компания ООО «Рина Трейд». Мы омские производители. Там у нас находится наше производство. На рынке уже более 26 лет. Сейчас активно развиваемся. За 2021 год мы открыли в городе Омске 33 фирменных павильона. Все это сделали очень максимально короткие сроки. И сейчас вышли на Москву. Здесь у нас есть свое представительство, и мы продолжаем активно развиваться. Прямиком на Москву. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, то, что мы сейчас видим здесь, это то, что мы зарекомендовали уже, это уже любят люди, или это новинки, которые вот-вот увидят свет? Здесь есть и новинки, и то, что мы уже давно производим. Мы занимаемся выпуском замороженных полуфабрикатов, такие как пельмешки, вареники, всеми любимые. Используем только проверенные рецептуры, производим пельмени по ГОСТу. То есть очень строго отслеживаем все входящее сырье и также следим, соблюдаем все этапы проверки качества. То есть у нас мы отвечаем за свой продукт и можем смело сказать, что этот продукт нужен потребителю, и его можно кушать, потреблять быстро и качественно. И полезно. Да. А у меня такой вопрос. Мы видим пельмешки, мы видим беляши, это мы очень любим и так далее. Но я вижу блинчики с облепихой, блинчики с ананасом, с клубникой, доселе невиданное мной, как минимум. Расскажите, как к этому пришли, давно ли? Все верно. Мы начинали с традиционных начинок, которые используются повсеместно, такие как клубника, вишня, абрикос. Но поняли, что наши блинчики пользуются популярностью, и, как и всем, хочется чего-то новенького, новеньких вкусов, и выбирали именно те начинки, которые бы понравились, в первую очередь нам, дегустационной комиссии, и далее на рынок. И к таким новинкам мы отнесли бруснику, которая имеет специфический и кисло-горьковатый вкус. Вот как бы мы дома делали варенье, так и в наших начинках. И также новинка – это блинчик с облепихой. Вот он представлен, но используется прям с косточкой, как варила бы бабушка дома нам варенье. Это дополняет наш продукт полезными свойствами и, ну, так скажем, изюминкой. Очень вкусно выглядит, и я уверен, на вкус именно так. Давайте, наверное, поделимся, чего мы ждем от выставки, каких интересных знакомств, каких-то планов. Конечно, выставку мы очень долго ждали, готовились, и в наших планах завязать новые партнерские отношения, заключить договоры и, конечно, наращивать свои обороты. Поэтому мы активно стремимся к этому и все для этого делаем. От меня большая просьба, преуспейте, пожалуйста, в этом, чтобы московский регион с удовольствием каждый день кушал ваши продукты. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Ну, в Москве на сегодняшний момент мы представлены на всех рынках, поэтому приглашаю вас продегустировать. Я думаю, что всем вам понравится.